Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк». Банк, который всегда рядом. Они уже победили. Получить статус победителя – это важно. Они прошли жизнь. На «Фактор Бай» я пришел, чтобы проверить свои силы. Преодолели испытания. Я раскрыла в себе другие таланты. Перебороли сомнения. Его самое сложное – выйти и начинать петь. Достигли отметки 60+. Сегодня суперфинал. Здорово. Кто станет победителем? Ура! 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 Мама моя дорогая, Господи, помоги нам сделать правильный выбор. Победит сильнейший. И я знаю, кто. Имя? Володя, давай! Выбор сделан! Импозантный Илья Остров. Певец, просто с огромной буквы. Очаровательная Инесса Парфенчик. Мы просто в вас влюблены с первого эфира. Артистичный Марк Стерневский. Конечно же, 10 с плюсом. Романтичный Виктор Гуща. Если место для плюсика остается, то и я тоже его ставлю. «Фактор Бай» 60+. Время исполнять мечты. Наши судьи. Владимир Березин. Все участники нашего проекта уже победители. Александра Гайдук. Настолько они разные, но каждый из них настолько самобытен, настолько уникален. Виктория Олешко. Победитель проекта «Фактор Бай 60+» – это человек, в котором, на мой взгляд, должно сойтись все. Александр Солодуха. Время все расставит на свои места. Пусть победит сильнейший. «Фактор Бай 60+». Зажигаем по-взрослому. Я надеюсь, что наши мнения совпадут, и мы будем единодушны. В суперфинал прошли 4 участника. Такое чувство, что мы попали на концерт большого мастера. Мурашки от первой ноты до последней. Я в этот раз выбираю человека, который заставил меня прослезиться. Какой он клёвый! Это настолько органично, настолько по-цыгански. Браво! Вы восхищаете своей красотой, своим жизнелюбием. Инесса Георгиевна Парфенчик. Сегодня суперфиналисты споют сольно и в дуэтах. После чего судьи определят победителя шоу «Фактор Бай 60+.»